Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусную, ароматную, нежную курочку, фаршированную яблоками и лимоном. Что мне понадобится для приготовления этого блюда? Курица, яблоки, лимон, картофель, черный перец, соль, оливковое масло, немного майонеза и специи. Разделываем помытую, подготовленную курицу, убираем все ненужное, отрезаем часть крылышек. Срезаем железы. Лишний жир со шкурой. Теперь нужно курицу как следует натереть специями, перцем и солью. Сначала присаливаем. Обязательно солим внутри специи, также внутрь, снаружи. Специи вы можете взять любые, которые вам нравятся. Перчим. А теперь смазываем всю поверхность курицы майонезом. Тонким слоем. Толсто смазывать не нужно, но нужно хорошенько промазать всю поверхность курицы и внутри тоже. А теперь курицу желательно убрать на пару часов. Можно оставить на столе, не убирать в холодильник, чтобы курица пропиталась солью и специями и майонезом. Накрываю пленкой. Убираю в сторону. Сейчас мы займемся начинкой. Я буду чистить яблоки. Мне нужно удалить сердцевину. Яблоки я чистить не буду. Яблоки нам нужны вместе с кожурой. Разрезаем на несколько частей. Вот такие дольки будет достаточно. Лимон мне нужно порезать на 4 части. Все, начинка готова. Займемся картофелем. Картофель у меня очень хорошо вымыт с помощью щетки. Чистить я его не буду. Мне его нужно тоже порезать на дольки, как яблоко. Вот на такие большие. Мне нужно его посолить. Немного добавляем оливкового масла. Теперь будем начинять курицу. Кладем на низ один лимон, несколько яблок. Очень плотно все утрамбовываем. Снова лимон и яблоко. Также можно по одному яблочку засунуть под шкуру, вот в эти места. Одно сюда и одно сюда. Перекладываю курицу в противень. У меня осталось две дольки лимона, половина лимона. И я их буду использовать, поливать яблоки. И немного добавляю, можно в принципе любое растительное масло, я оливковое кладу. Все, яблоки готовы и отправляем, обкладываем курицу снаружи и по краям выкладываем картофель лимонным соком, яблоки с картофелем, немножко курицу разбрызгиваем. Вот так выглядит у меня курица. Выпекать курицу буду в разогретой духовке на 190 градусов около часа. Но нужно будет обязательно за ней следить. Ну вот и все. Курица готова с яблоками и лимоном. Пробуйте приготовить. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока!